Всем доброго времени суток, с вами Михаил Супер. Продолжаем играть в Друзья на всю жизнь Мафия 2. Сегодня я хочу взять китайца и прокатиться на чепырке, собрать всех друзей. Начнем новую игру в особняке. Передаю приветы Игорю Шарину, Николаю Кузнецову. Погнали. Возьмем китайца главного, которого там мистер Бонд или как он там. Ну, который вот с Генри был связан. Будем подбирать различных персонажей, ну, в смысле ботов, которые разбросаны по карте, и устроим просто невероятную атмосферу тотального, просто ужасного такого времени, что где будем все разбрасывать, расстреливать и так далее. Погнали. Сейчас возьмем, выберем персонажа. Сейчас главное его найти. Очень много разновидностей Лео. Так. Ну-ка. Сейчас найдем. Главное искать. Ага, вот он. Так. Патроны все. Невыязвимость включаем. Копов тоже включаем. О, отлично. У него есть плеш на башке. Это выглядит весело. Ну что ж, мы же знаем, в принципе, какой тут можно беспредел творить. Так, ну что, надо тачку, наверное, починить. Так, выберу любимую машину, все. Даже дым убрался. Вот так вот у нас можно водить автомобиль. Когда места не хватает, и ты дрифтишь. Зато теперь можешь творить абсолютную дичь. Для начала доедем в гараж. Здесь недалеко. Бумс. Я не знаю, тачку какую-нибудь выберем, такую подходящую, чтобы на ней можно было всех подбирать. Жалко, тут девятки нет. Девятка тут заменена на гоночную машину. Ну, потому что я скачал мод поверх русских машин. Ну, дополнение само по себе ставится очень просто. Берется папка, копируется в DLS. А в оригинальной игре эта девятка все же присутствует, и это круто. Зато есть пятнашки, 14-е, даже 13-е в гараже. Ну что ж, ехать тут недалеко. На копов можно абсолютно плевать, потому что они ничего не сделают. Неуязвимость так-то стоит. Кстати, прежде чем приехать домой, я хочу вот в эту локацию заехать, посмотреть, что же там будет. Это локация суд. Сюда можно зайти. Ага, и телепортнет нас в тюряку. Ну что ж, посмотрим, что там будет. Будет ли там что-то интересное или не будет. Так, ну вот здесь вот все как обычно. Попробуем зайти в эту дверь. Ага, здесь все закрыто. Значит, вероятно, открыто где-то в другом месте дверь. Нет, видимо, все двери закрыты. Хотя нет, не может быть так. Чё тут у нас? А, баскетбол. Шикарно. Можно поиграть даже. И с первого раза попал. Нормас. Воу. Работникам кухни на кухню. Ваша смена. Всем работникам кухни на кухню. Так, вот у нас китаец какой-то стоит. А вот мозгов, прямо скажем, маловато. Так, так, так. Тоже какие-то странные типы. Ладно.
Опять этот же китаец. Это странно. Зато здесь можем выйти посмотреть. Ага, есть автобус, значит, в него можно сесть. Нет, сесть в него почему-то нельзя. Невероятно. А эти ворота, интересно, можно открыть? Посмотрите, тут исключительно Волги. То есть 21-я одна и 3 24-х. Видимо, начальство ездит на таких. Кстати, а что насчет собаки? Она вообще прозрачная, видите? Я просто стою и ничего не делается. Не, ну прикольно, что сделали, я согласен. Прозрачная собака, она тоже ничего не сделает. Так, а сюда можно ли войти? Тут какой-то еще, наверное, был вход. Или тут ничего нет? Нет, туда никак не попадешь. Видимо, это единственный вход. Ага. А тут дверь не открывается. Видимо, только через вот такую вот комнату проходить. Здесь у нас что? Здесь у нас опять же улица. Ага, мы открыли эту дверь. Вероятно, и остальные двери мы тоже сможем открыть. Так, что у нас тут? Открываем дверь, смотрим. Что-то интересное, вероятно. Тут какая дверь? Ага, вот это и есть дверь. И мы ее открыли. Нормас. Открывается она только отсюда, а с другой стороны не получится открыть. Здесь еще одна какая-то дверь. Видимо, второй проход. А сюда, интересно, можно войти? О! Тут что-то закрыто, и по лестнице никак не заберешься. Даже по такой. Да. Все как обычно. Сюда не выберешься, но это, я помню, прям... Было очень давно, в Джимми Свендетта надо было выбираться, точнее, или, да, в Джимми Свендетта, это я точно помню. Тогда интересно, где же здесь выход? Нужно его найти, и я смотрю... Так, ну что ты стоишь-то, а? Так, здесь я уже был. А здесь у нас... Что, здесь у нас проход туда, так. Открыть дверь. А здесь я могу открыть дверь? Во! Здесь работают эти. Haircut. Ну-ка, давай. Добро подстриги. Пожаловать в салон красоты, дамочки. Будете прям как милашки. Интересно, а что она подстригает? А, вон куски волос. Нормас. Четкий причесон. У них даже машинка беспроводная уже в те времена были, офигеть. Звук машинки-то остался. Выйти оттуда. А звуков там этих нет уже. Нас чутка подстригли. Так, интересно, а вот здесь что? Сюда я могу попасть? Вау. Можно побегать и посмотреть, что ж тут интересного-то, а? Так. И что тут? Тут, видимо, тоже никуда не попасть. Только, наверное, на второй этаж. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Что тут за балаган-то? Ну-ка. Отлично, мы попали прям в ту комнату. Лечь спать. Лечь спать. Но звук-то не исчезает. Как так-то? Вот он мой дом на следующие 10 лет. Выглядел он по-моему. Обратите внимание, как он дышит, у него прям это спина ходит.
туда-сюда. На следующий день абсолютно то же самое. Типа, давай, говорит, просыпайся. Я говорю, столько же сегодня хороших дел ждет. Все, давай. Так, что у нас там на втором этаже? На, вернее, на третьем. Я хочу просто посмотреть, что тут у нас есть, потому что что-нибудь интересненькое. Здесь абсолютно все одинаковое. Иди отсюда. Ах ты, гаденыш. Нифига себе. Да, жуткое место, но бывает и похуже. Уйти отсюда. Так, вот здесь что такое? Какой-то телепорт. Куда он нас ведет? Что это за дверь такая? Она подсвечивается так. А, это какой-то карцер. Так, а вот здесь что? Ладно, чмо. Ты нарывался и нарвался. Лоу, я только поговорить хотел, Да, вообще офигели. Да, вообще как отсюда выбраться-то, а? Где же отсюда выход? Так. Ну и что? Куда нас перекинет? Грузится какая-то локация. Наверное, это и есть тот самый выход, который мы так долго искали. Надеюсь, что это так. Что загрузка не бесконечная, и игра не вылетела. Ну, что же будет? Уже куча текста, и все идет загрузка и загрузка. В общем, что-то произошло не так. Идет бесконечная загрузка, и игра, по сути, зависла. Зато можно посмотреть каждый текст. Видимо, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил Супер. Еще увидимся.